Бага, кто летает? Чулок, ты... Элбрил, будешь летать с ними, нет? Деться надо. Это смысл какой? Хорошо, Шмарат Осина, летаешь ты с Холипалом и с Шаманом. Пил слева, будет справа. Холипал где-то. Я лучше один тут внизу захилю все. Да, я понял. Через кого вы тут хилите обычно? Через лока какого-нибудь хиль. Через лока. Поставь на лока, пожалуйста, какую-то метку. Я уже... Вон все, Делорус. Так, Делорус увидел. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте силового дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Толстого-то заберите, пожалуйста, бежит на хила. Толстого, пожалуйста, пожалуйста. Забрал. Вы должны мне помочь. Вижу, спасибо. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Хилим постоянно или набираем стаки? Набираем, конечно. Хилок, налево полетим. Подождите, пожалуйста. Не спеши, Филок, надо вместе всем летать. Маратосин, ты где потерялся? Чего-то не в портале с нами. Что-нибудь по Иннеру есть, а то я что-то все уже свое выжил. Блин,
ко мне летите, че? Неразбериха какая-то. Ну, да. Ну, я, наверное, извините, вношу, потому что я не летал втроем, в четвертом. Все, Геру? Или еще полетим? Еще слетаем, потом дадим. Хорошо, хорошо, последний раз. Я сухой. Силы возвращаются ко мне. Оставил ТТ. Неликс может гимноману ебануть. Давайте гимн. Может? За мной летим. Бабласт. На последнюю манну гимн запел на ХП. Чётенько запел. Как остатки прошли. Хорош. В РС-ке Хэмке бы тогда, Кирс. Два плаща, блядь. Понял. Охренеть. Вопрос. Кому-то из наших нужен Далек? Нет. Да его на ух уже никто не брал. Неликс, ты серьезно? Тебе нужен этот плащ? Ты мой инспект нажал, тебе нужен этот плащ? Хрена мой инспект жать. Да накинь ему ГП, потом разберись. Тебе сейчас скриншот пришлю специально в личку. Дайте порт в Долоран, пожалуйста. Может багнулось у нас, может. Ну просто один плащ на ДДРИП, один на видимо. Джокер, резист, вам на мой инспект. Эти плащи нужны, верно? То нажали. Да. А он ГЦ тогда. Там желтое гнездо и крита больше, чем с обычки РС. Я нам проперло. Вообще как-то очень скудно с плащами в гильдии. Это очень редко, кстати, что такой плащ падает. Еще и два. Там, я смотрел, еще у Локи 258 плащ стоит. Я себе с магазина взял. Там ни очереди, ничего не нужно. И ГП не дают? Интересно. Без ГП. Еще и... Ладно, надо брать. И сам сдох у меня хороший, да? Я прикинул, пока все ДД возьмут себе этот плащ, потом я хилом его возьму, это, блин, я полгода ждал. Перед семьей. Заходим в комнату все вместе. Перекурим перед семьей, да? Да. Вага, ты в Редрике летал? В Редри. Я только на леди спекался. Ну там, я не знаю, что-то подсообразите, чтобы не подохнуть там. Типа, рога право-лево, так не знаю.
Че сейчас девки нет в поиске, думаю, друг. Может, позвонишь? Да, да, робота поиска. Не будем нарушать традиции. Вы, если упадете, скрин сделайте и отправьте ему. Два рейди уже было, он очень расстроился. Жалейте сову. Не слышу его. А Кирс уже там, блядь, сколько Кирс? Скрины, наверное, 3-4 уже отправлял, но им... У тебя мама был, папа был. Зачем ты такой злой, как собака? Да-да. Я ему в Дискорд скидывал раза 4. Ему еще разные люди с разные гильдии скидывали. Прям с магазина, да, копирую и скидываю. Я помню самый последний, который в мейнрейде падал, когда кто-то там на, то ли на третий спек забрал этот спек, что-то такое. А, я Ене скинул этот скрин, он меня ВКонтакте удалил из друзей, потом понял, что я ему все равно могу писать, и вернул назад. А ему же все равно на это. Да, конечно, там только ХМ падает, теперь этот не тебе всем. Да, надо лучше искать. То есть... Теперь будет другой поиск, который ему не достанется. При этом есть плюс, он как бы... За ненужную шмотку с украшки как бы ДП не получит, а так сразу скримится. Ну он так ГП не получится, он живет. Но в спек свой. Вообще, раскрою секрет, когда мы с ним рейдили в одной гильдии изначально, он ходил в Эрдрук, у него совы не было как таковых. Вы его испортили, и он спектрался совы, да? У нас просто был свой статик десятки, и у нас, как только появилась альтернатива тому, чтобы хилить каких-то боссов в одного хила, а Гена в итоге себе сделал и всё. Потом сделал все. Смотрю сейчас на этого тотем смайта, это настолько идеально, взять себе штаны из джайны и затрансить на них сверху Т5. Ну давайте, у кого крепкие яйца? Давай. Кто Войд будет танчить? Кто будет танчить? А я на Войда на пол давай. Блять. Так, одни яйца разбили. Танк. Не танк. Вторые упали. Вторые яички отпали, да. И вот вам купол. Хорош. Хорош. Прям в точечку. Я пока настакал. На ваши могилы, да? Да, вас накрыло. Просто там невозможно столько аграс. Ну, типа.
Нужно ждать, короче. Ждать пока про товаров что-то. А можно забрать молот в пилу? Ты ж бежит на меня. Шторм играет за хила всегда больно. Первая, вторая группа, кто хочет синдру послать? Я вас не пущу. Погоня. Я могу послакать для лича. Думхаммер, тебе лут нужен какой-то синдры? Вопрос, а Халу вылетел? Да нет, всех доставил Халом. Персонаж у тебя еще в игре. А, хорошо, у меня что-то с интернетом сейчас. Ну вот сейчас тот. Теперь вылетел, да. Красота, топчемся в говне, блин. Да хилов, КПС накручивай. Ходим своим пешком, какой ХПС? Идешь по луже так медленно, тебя разворачивает в обратную сторону, пошла толпа. Опять пошли. Убирайте тотем. Пять минут перекур. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Может быть, после меча перерыв будет делать? После лича уже роб будет. Че, Джайна опять не будем играть? Танков не хватает. А на этой неделе будем, скорее всего. Да, пора уже ее убивать и этого. ГХМ надо уже трех боссов стабильно закрывать.
Кирс, ты тут? Ну, заходи, Хили, тогда. А что, думаешь, не хватит нам? 5 хилов? На всякий случай. Угу. Стою сейчас, смотрю на Вара с ником Вазелиновый. Мне интересно, это вазелин или нет? Вазелин аккаунт продал. Ну вот я говорю, мне интересно, это вот его так или нет? Первых двух групп послакать кто хочет. Я могу отличие. Ладно, коника замена. Чек на АФК. Лору, заходи обратно. Суман можно? Мой, ты будешь первый на 8? Баф обновляем. Лесопротов, да? Да. Чек на пол. Неликс, Элбрил, чего не хватает? Про бафу отпиваюсь. Согат. Все, поехали, нет, да? Нет, еще нет. У нас варлок АФК стоит. Гол без него убьем. Прибафните лапку. Смотри, анимация. Бафните, как-то.
Мне вот что интересно, у нас когда-нибудь перестанет прокать плащ от всякой фигни? Мне бафнули лапу, у меня прокнул плащ. Не перестанет. Ладно, без лока, без этого пулем на маунта все сели. И? Бежали вперед. Ура! Как приземлиться же, наверное, поднимешь. Хорошо, мы уже подходили в это время, как они так глубоко. По-другому не было. Глыбу разбили или чего? Да, глыбу разбили, и началась на что-то другое. Сядь, встать можешь? Ибо ваша шалкая магия тебе встаю. Вставай. Настю поднимай. Рудвара. Маратосину поднимай силка. Кантабу эрнут, нет? Залейте Инна, пожалуйста. Мне его поднять? Ну я же говорю, да, поднимай. Я, ну, у меня телефон позвонил, я не услышал. После метки подниму. А шторм кинь. Сорян, да, это я. После фазы поднимешь шторм. О, блять, забей. Не разбивайте глыбы лишь. Котенок, филка поднимешь. Сейчас разобьют опять. Беги, беги, салатный. Бладлас. Налево. Блять.
Мелики разбили. Я не успел уже налево перебежать. Меняю его этот. Центр. Иди. Да толку там по 8 стаков. Просто выни, чтобы не убить никого. Падайте. Ребятушки, а вы видите, где мой друг? Почему я умерла от обжигающего холода? Вы вообще не слышите, что он благо говорит? Войд, слышишь? Ебани метки просто куда что выносить, скажи людям, и все будет нормально. Причем тут метки, люди глыбы разбивают просто. Согласен. На второй фазе люди не туда метки выносят просто. Я вынес только потому, что на мне 8 стаков ауры, по мне долбануть 2 метки без разницы. Вторая метка, блять, обязательно ставится по центру, потому что там идет притяжка. Нахуя Вар убежал влево, я понятия не имею. Сейчас был на ком? Сейчас был, но он был потрачен. Там встал этот шторм. Сказали первому чуваку, но как он убежал направо, это уже, в принципе, все равно. А там не важно, направо или налево, вторая это в центре. Дело в том, что он налево не успевает, хотя выбежал не направо. Короче, вы говорили первому, а это, походу, понял то, что ему сказали, и он убежал налево. Жунен, специально для тебя, пока не сказали рейд падает, то просто так не умирает. У меня задержка 1000. У меня найдется все, что тебе надо. Помните, или потом на поле дадите бафы? Два шкаф сманите, вон лук с палом. Чек на пол. Запускай босс будет. Здесь ваше вторжение не окончится!
не уцелеет! Есть возможность глобус сломать? Освобожденка только на постах сегодня. Велики разбили. БР есть кого? Смуратосина, подними шадика. Жунен сяда. Ладно. Чего? Че, я еще не нужен? Нас, гляди. Тю, ты... Тю, в метке просто, я не заберу. Я в... Если че, Серег, свистишь? Да, да, напишу. Эй! Блядь, ну вот странно. Демна хп отдал. Ревно ты убил. Неликс, готовь гимн тоже. Засчитывайте фонарь. Все, можешь не менять. Цаку там... Просто добейте уже и все. Не, ну слушай, Шторм, 4Т4 это все еще актуален. Так его же улучшили, ладно. Ага. Проще в холике ходить, хотя бы... Я вот просто смотрю. Вот типа, там, я все это время, пока стоял в освобожденке, там щит нахилил, ну так прилично. Его буквально вот недавно, пару дней назад, апнули, там типа что-то сделали, чтобы обратная волна. А, он раньше был так, что когда ты, у тебя эта цепуха отскакивает в следующую цель, а, она отхиливала на СПД, равная цели, которую ты хилишь. А теперь она равна СПД, ну, как бы, как должно быть, нормально. Ну, сколько да. У тебя СПД, столько она и хилит. Азик, почему умер, стаков много набрал?
Да, он набрал много стаков, его не прохили было. Сильно тикало очень. Вообще стопают на 4 мили. Не, пью, ты босса по воде. А я в кубке спасла класс. Я был в рейде с джеками вот буквально на прошлой неделе. Полипалом. Или нет, ну или на прозапрошлый. Короче. Там этот набрал 21 стак рога. Глава, ну, короче, выполнил, Веслав. И говорит, почему меня не прохилили? Дебил, блядь. Ну, поначалу, максимально. Я, говорит, всего набрал 21 стак, почему меня не прохилили? Он наркоман, что ты от него хочешь? В хиле остаться или куда-то пробить? А в ДД, конечно. Вы просто привыкли как танчить у стола сначала или же сразу под зеленый? Держу стола. Под перифазу выводишь к зеленому кэмпу. Мне что, в ДЦ остаться или в холле? Да, в ДЦ. Так, кто в рейде имеет какое количество осколков? Ты. Че, кто-то шем собрал? Алекс, ты ШМ собрал? У меня Алекс, ты ШМ собрал? ГЦ, красавчик. В натуре? У Ракуха, ГЦ. А где бонусные 3К ГП? Там не 3К. У них же разделенно дается. 800 за основу, потом 1000 по сбору. Так. А где ШМ забирать? Даларане. Да, давай где шустрее. Мне не дали ее. Нейликс, там 5к голды надо еще. У тебя голда 5 есть? Блядь, давай быстрее, ну че ты дрочишь? Да подожди. Дали. У тебя голда есть? Да. Ну сдавай квест, блядь. Блядь, Нейликс, может осколок нет? Есть у него 50 осколков, а может быть наконечника, типа ты имеешь в виду джайны? Да, с джайны. Есть. Тогда все собрал. Тогда еще и предлагают дополнительный косарь. А вот вижу. Бонусный. Почему причину ГП нельзя лично указать? Я бы себе подписал. О, ГЦ. Красава. А кто следующий в вечернике? Не знаю, у кого. Должен был быть анкил. Было 1000 до этого, и теперь после этого 1000. Анкил пропал, резист, вон там, вон, еще души даже не на фарм. Ну ладно, тогда я пойду с друидом сюда, блядь. Шторм будет собирать, поскольку резист сейчас не может. Шторм на шамана, да? Да. Ну ладно, если после шторма не появится никто. Если ДВш там не соберут, пойду вместо после шторма тогда. Если у меня выпадет шторм. У меня тоже все есть, есть наконечник, все есть. Тоже все есть. Все уже просто. Я решил так. Сейчас шторм соберет. Я посмотрю, насколько ему апнул ДПС ШМ-ка, и потом решу, буду я себе ее собирать или нет. Ты его только в ДД увидь где-нибудь. Войт в обоме, чек на пул. Вы мне просто чаще давайте возможность ДДшить, это не проблема. Так. Неликса, чего не хватает? Блин, с ума не из-за Неликса. ГЦ, Неликс. ГЦ. Неликс, если есть эти реки, могу тебе прямо в рейде черным. С тобой не будет. А ты чё, Эбрю, чё себе не собираешь? Сядь, тупышнись с инста. А он не любит ДПС. Он любит, походу. Коника обратно в рейд. Ну-ка, давайте его заскриним, пацана. Одевай холод, где он у тебя? Так он там без чарок, без камней, по-любому. А где чарки-то, блин, должны уже, блин, лежать? Давно приготовить должен был. Пиздец. Он меня только что 5000 голды занял. Дайте ему еще 500 гп сверху за это. Ты как гриб, надо было сначала щелка камня. Да. Вообще хорош. Баф обновляет шустрее.
Не-не, надо было эти камни в Тральмаре купить, знаете, там СПД. Чек на пул. А мы без сопрота, да? Да. Даже Лича без сопрота? Чё, голову да. Без дня, да? Окей. Переведем сразу? Да. Может, хвост сразу туда тогда, под зеленую? Да. Ебать, ты что там, дрочишь? Да. БЛ дать или нет? Нет. Да я шучу, что ты думаешь. Блять, походу стопать надо, нет? Да, стопнули. Хуя Мария бесплатно. Хорошо. Настя Филка, женой Нелбрила. Что-то ребят спалит. Можно пропустил? Вы близко к пропустой. Сейчас пельмени все половить. Пельмени. Бейте, ебаного слизня. Чё вы там делаете? БР у кого есть? Поднимай котенка. Котенок, поднимай резиста. Там быстрее надо. Убить слизня быстрее надо. Слизня и сразу переводить. Слизня резче и сразу переводите. Это 1%. Профа теперь переводить. Сильнее проф. Попалу, дайте. Еще что дать? Ладлас. Забейте зеленые. Танками не затупите. Вкус
Все, сдал кто-то по холи Павла. Да. На трех играйте. На четырех. Боже, встаньте. Готовься. Филок, диван, повой, дефендер. Забирай, забирай. Пью. Я забрал, он меня бьет. Я понял. Блять, быстрее возвращайтесь. Переводите, сейчас закроют. Да похуй, назад пойдем. Терри. Самая типа убийство, которое у нас было за последнее время в Майнрейте, по-моему. Самое интересное пропустил. У меня, блин, с пула дискорд отрубился. Я просто не слышал ваших комплиментов никому. Тут могут быть комплименты, после всего увиденного. Не, просто жесть началась, и у меня... Дрольте. И скучно, скучно одному было. Мне какая-то не та печенька прилетела обычная. Я от нее отказал. А, все. Че, Джокер в ротации разобрался? Смотрю. Мне на минуту две отойти срочно нужно. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ты этого вчера с Джеллозом разговаривал, говорит, своего фросте 36 тысяч ДПС на работе дают. Ну да, у Фулова еще с бруликами, что да. Думаю, да. Ну прикинь, если еще мобы есть какие-нибудь, там больше 40 будет. Проблема с маной. Наверное. Понятно. Потому что никто не хочет танчить, никто не хочет... Учитесь играть танками, хилами. Ну, хочет, не хочет, но через эти спеки можно собрать любую хуйню. ДД можно собрать. Да, учитесь играть танками, хилами, мы пойдем ДПС. Собрать можно, а ДПС давать нельзя. Ну, опять же, имейте в виду, что танчить вечно, оно не получится, блять, оно заебет. И потом было бы хорошо, чтобы кто-нибудь взял, спекнулся и... потанчил, похилил. Очень хорошо. Это всегда необходимо. Охоту ту же, да? Блять. Хотя бы ЦЛК там, блять, ОКЗС. Я уж не говорю. Хотя бы РБК.
Цуманите наверх.